Во-первых, твои родители, да, что они заложили? Это первое, конечно. В школе кто был твоим педагогом? Ну и потом, в какой коллектив ты попал? Я считаю, что любой из нас нуждается в наставниках. Я тоже, где бы я ни работал, всегда, ну, последнее мое место работы, где я долго работаю, это, конечно, вот здесь, в Казани. Значит, если взять, мой наставник был с 93-го года, это Шаймин Питерович. Я главой работал, потом в правительстве, и ты даже не замечаешь, что ты у этого человека очень много учишься. Я считаю, что институт наставничества, он очень важен. Не только профессионально, а вот как себя, как религия, как там другие вопросы. Поэтому мы полностью одобряем это движение. Нет, единое операторное, объединяющее большую часть производства. Это склад, по-моему. Это поликарбонат.